Последний месяц был трудный для нас, но у нас всех игроки работали тяжко, чтобы играть в Лиге чемпионов. И мы будем готовы, мы будем на 100%. И хотим играть для наших большевиков. Болельщиков. Это будет трудная игра. Если мы хотим взять 3 очка, нам надо играть лучше, чем мы играли последний месяц. Каждый индивидуальный игрок надо сделать лучше. И мы можем думать о 3 очках. Матч с Атлетико Мадрид не каждой команде удается сыграть. Это уже мотивация. Симона всегда хочется победить. И он всегда так настраивает команду, поэтому нам на другое рассчитывать не стоит. Нужна поддержка игрокам для их уверенности. Вот и все. Атлетика будет играть так же, как играет всегда агрессивно. Поэтому мы на это и настраиваемся. Мы так давно этого ждали. Ну уж правда. Сериал сегодня мы смотрим, да? Без 20. Идем? Да. На пресс-конференции иду сейчас. Приехали на тренировку. And the translator will be on the top table. And when the journalists ask questions, they have to push a button. Сейчас на стадион приехали на это, на разминку и пресс-конференцию. Юрий Павлович, оцениваете ли вы завтра игру с Байером как ключевую в группе, поскольку если претендовать на выход из группы дальше плей-офф Лиги Чемпионов, даже там за 3-е место в Лигу Европы, то терять очки между собой нельзя. Ну, вы как-то уже всех по местам расставили, может, вам играть не надо. Далеко заглядывать, я думаю, не имеет никакого смысла. Зад самое важное. Тренинг шут офен фид ю. Так ли ты медиан? Так и зад. Данки шап. Брависсимо, мы так давно этого ждали. Ну уж правда. Сериал сегодня мы смотрим, да? Самое главное, первые 15 минут. Это не компонаты Руси, которые меня начинают играть, потом начали разменять, потом вот играть. Давай уже начало игру, давай! Давай, давай! Давай, давай! Не агрессивнее, не агрессивнее, не агрессивнее. Не выпускай, мы не подпускай. У меня есть брат двоюродный, он может проснуться утром и мне сообщение написать. Ты сегодня забьешь. Перед Байером был, он написал всем моим друзьям, он говорит, он забьет сегодня дальним ударом. После матча мне все мои друзья скидывают сообщение, посмотри, что написал твой брат. Концентрация, ребят, концентрация. Any substitutions? No. Thank you.
представить, что я буду играть на таких аренах. И спасибо Всевышнему, что дает такие мне шансы. И дай Бог ими дальше пользоваться. Отдельно хочу сказать ребятам, это нашим травмированным, Лёшке и Антошке. Ребята, поздравляю вас также с победой, выздоравливайте, и это победа для вас. Я сегодня видел, как Антон выходил на поле, и у меня чуть у самого слезы не пошли. Поэтому, Антоша, Лёша, выздоравливайте, нам вас не хватает. Let's go.
играешь в центральной зоне. Никогда. Или Брайанови, или... Да, да. Лет назад, точнее 26 лет назад, молодой еще, так можно сказать, тренер Юрий Павлович Семин, молодая еще без трофеев команда «Локомотив» провела свой первый в истории матч Еврокубков. Это был эксперимент. 93-й год. 93-й год, это почти четверть лет назад. Вот скажите, какие у вас воспоминания? Как тогда, так и сейчас это звездная команда. Тогда был Баджо, Дель Пьеро, Конте, Каррера, кстати, играл, который у нас тренировал «Спартак». Поэтому эта команда всегда обладала игроками высочайшего уровня. «Локомотив» тогда, как вы же все говорите, был пятым колесом телеги московского футбола. Но сейчас мы поднялись. Чемпионат России и Лига чемпионов уровень совсем разный, интенсивность совсем разная. Мы не играли на таком уровне еще в футбол. Когда ты преодолеваешь какие-то сложности, ты один это не можешь сделать. Поддержка, она очень важна в такие ситуации. Первый раз, когда это было, я стоял с Лехой Мирчуком рядом. И мы друг другу показывали, смотри,
Ты прям волосы, знаешь, так дыбом встают. Не передать такие эмоции, которые ты чувствуешь. Ты слушаешь эту музыку, и хочется, не знаю, за каждый мяч и на каждом участке поля просто, чтобы травы не оставалось. Мы все очень знали, что есть известные игроки, которые не все знают Европу, но когда ты выйдешь на поле, это же совсем по-другому. Это 11 против 11, и мне тоже бояться. Никакого там, то, что он Роналдо, я Баринов, да? Никакой разницы нет. Играем так, как играем со всеми. Криштиану ты там или еще... Забывает 1-0 здесь, всегда есть такие чувства и ощущения, что можно выиграть. Но играть против Ювентус здесь, на их стадионе, это не так просто, очень сложно.
очень хорошо в оборону играл весь игру и пропустили его. Обидно, потому что не заслужили, да, это поражение. Все равно я считаю, что мы все молодец, мы все боролись, мы все подрались до конца. Места и трофеи – это не так важно, чтобы болеть за команду. Будем традициями брать. Ну и старые болельщики, можно сказать. Решили все-таки не только бизнес, но и для души. Это очень приятно смотреть в окошко, видеть стадион и утром, и вечером. Это магия места. В 2002 году на открытии матч «Торпедо» был. Это я его сохранил. У меня лежал дома все эти годы. Наконец-то появилось место, куда его можно пристроить. Это атмосфера Лиги Чемпионов. Это что-то из детства, позднее начало матча, прожектора, которые пронизывают темноту. Это было что-то нереальное. Большой ажиотаж вокруг матча. Если мы завоюем очки, то это большая возможность пройти в Еврокубке на следующий год. Поэтому самая важная игра – это будет завтра. Юрий Павлович должен погулять часик в Паваковке и одеть счастливый свитер. Если все это случится, то мы победим. Для меня он волшебник. Добрый дедушка-волшебник. Они играли с сердцем сегодня для болельщиков. Сегодня была просто отличная поддержка. Думаю, Ювентус не удивлен, но было, думаю, им тоже приятно играть в такой атмосфере. Неожиданный этот первый мяч. Но самое важное, как на это прореагировала команда. Мы какие-то моменты превзошли, у нас очень хорошие были атакующие действия. Миранчук и Локомотив – это все единое. Болельщики, они его очень любят. Он здесь получает удовольствие от игры.
так как бьет Рональдо. Вы посмотрите мяч, с какой скоростью летит. Это выдающиеся вратари, которые могут поймать его. Мы настраивали на Ювентуса, а не на Рональдо. А Рональдо, ну, вообще плохо не играет. Только или хорошо, или очень. Очень восхищен игроками, как они вели единоборство с игроками Ювентуса. Это игроки мирового уровня. Они молодцы. Благодарен игрокам. Это был хороший матч. Даже, может быть, лучше, чем хороший матч. Всегда приятно забивать, тем более забивать в Лиге Чемпионов в таком большом турнире. Но что в первой игре это не принесло ни очка, что во второй, поэтому это ничего не дало. Я думаю, что это в актив нашей команде, хотя это и поражение. Мы имели шанс хороший. Хорошие, но не сложилось. Очень важно, что мы выиграли сегодня. Мы съели 3 очка, но играли плохо. И за 3 дня мы будем играть против Байерови. Команда, которая играет очень хорош. Если мы хотим выиграть, нам надо играть очень, очень лучше. Как-то сразу понял, что это пятая плюсневая. Уже начинаешь думать, понимаешь, какие сроки. 2 месяца это когда занимает всегда обычно. Бывает даже больше. И уже думаешь, успеешь ли ты на оставшийся вот первый круг зацепить Лигу Чемпионов, матчи. Когда вот об этом больше переживаешь. Когда ехали в больницу, но, может быть, какой-то шанс был, что это может быть какой-то, не знаю. Но все равно это оказалось пятая плюсневая, ну, это футбол. Помогло, что вот эта вот пауза на сборной, там, мини-сборы, игра с Уфой. Физика это естественно, но больше вот это вот чувство партнера, чувство вот это вот не хватает обычно после травмы, и в этом важно набрать. Когда общаешься с партнерами уже после игр и там, смотришь на оставшиеся игры и понимаешь, что мы можем из этого выжать максимум и, в принципе, побеждать. В чем мы уступали, это, наверное, вот единственное, в конце, наверное, немножко вот сил не хватало, вот, наверное, концентрации, где-то лишнего фола какого-то даже, лишнего там, не знаю, там, задержать какое-то время на секунду, вот это вот сбить темп, и, может быть, этого немножко не хватало, но при этом ты смотришь на все это и понимаешь, что по сравнению с той Лигой Чемпионов, мы сделали шаг вперед, как-то, мне кажется, это все чувствуют, и в команде это чувствуется.
Меня зовут Антон, я барабанщик. Через месяц будет 10 лет юбилей моей игры на барабанах. Мы с друзьями в школе в подвале стали играть рок-н-ролл. Я не расстаюсь с барабанами до сих пор. На «Локомотиве» первый матч был в 2017 году. Это была как раз тоже Лига чемпионов. Мне так и сказали, мы хотим тебя посадить на паровоз и устроить шоу, которого еще никто никогда не делал. Я сразу согласился. Да, отлично. Барабаны задают определенное настроение совершенно. Это прям энергия. Самое лучшее ощущение для музыканта, когда у тебя огромная аудитория, это определенный синтез. Я качаю их, они дают энергию мне и команде. Мы все разочарованы. Тайм он был достаточно неплохой в техническом плане. Но мы очень были слабые в характере. Мы неожиданно стали очень много единоборств проигрывать. Мы неожиданно потеряли какую-то уверенность после первого тайма. Второй тайм совсем не понравился, потому что не было характера у игроков. Самое основное, если есть характер, будет результат. Нет характера, будут звезды, но ничего не выиграть. Хотя, если брать матч по моментам, но у нас не меньше было моментов, чем у Байера Ливеркузена, а может быть даже больше. Но это не сыграло роли. Потому что вот именно такого духа локомотивки не было сегодня. Болельщики, я даже не сомневаюсь, что они сегодня были разочарованы, поэтому я извиняюсь за этот матч. В Гуни, давай! Гол! Гол! Боже мой! Любая пауза на вес золота! 3-0! Это фантастика! Не забивай Измайла! Браво! Это класс, я вам скажу! Это класс! Гол! Гол! Удар головой и мяч! Мяч в воротах! 1-1! Тем временем обыгрывает Бабучи Мирончук! Рядом!
Брависсимо, мы так давно этого ждали. Ну уж правда, сериал сегодня мы смотрим, да? Помню 2001 год, Лига чемпионов, матч с Андерлехтом, когда выиграли 5-1. Я был совсем ребенком, и я бегал к маме после каждого гола. Они забивают один, второй, третий, четвертый, пятый. И я понял, что все. Это то, за что я хочу болеть, это то, ради чего я хочу ходить на стадион. Потом 2002 год, я уже стал ходить, но меня не пустили на золотой матч. Так я пропустил свое первое чемпионство. Я был так обижен на родителей. Я думаю, мой ребенок точно не пропустит золотой матч. Я сделаю все, но он увидит это своими глазами. Он будет на этом матче вместе со мной рядом. Для меня этот матч был крайне важен. Чтобы мой сын увидел первую победу вместе со мной. Чтобы мы вместе разделили эти чувства. Вдруг этот пас разрезающий Шнайдера, бах, он как попал. Когда он забил, это были такие эмоции. Я не знаю, я приехал домой, меня колотило. Как раз награждение, нас показывают с плакатами. Он говорит, да-да, вот все они ждали 14 лет. Это наша точка соприкосновения, где мы находим друг друга. Это наш мир, маленький тот мир, где мы с ним находимся вместе. Мы там как единое целое. Когда мы путешествуем, да, в другие города ездим. Это целое мероприятие, причем это мероприятие для всей семьи. Это, возможно, где-то накладно, но оно полностью оправдывает себя. Отпуск плюс возможность вместе с командой разделить эти минуты. В душе детский восторг, трепет от того, что у меня такой возможности не было, а у моего сына есть. Семейные люди, они живут ради своих детей, ради своей семьи. И, конечно, все чувства пропускаются глубже, когда ты видишь, как твой ребенок проявляет интерес к футболу, к команде, это очень воодушевляет. Объединяет нас с тобой Локомотив, как ты думаешь? Ну да. Я думаю, что да. Может быть, он еще просто в силу своего возраста не до конца это понимает, но когда он вырастет, он это оценит. Так же, как мы, когда вырастаем, можем оценить то, что делали для нас родители. Ждет очень интересный матч, несмотря на то, что турнирной мотивации он, может быть, не несет, но я уверен, что ребята будут биться. И сегодня упустить возможность посетить такой матч, но мы просто не могли. Ребята не обременены каким-то грузом ответственности. Я надеюсь, что они расслабятся и покажут свой лучший футбол. Очень хочется, чтобы получилось. Атлетика мотивирован. Вот. А наши ребята пусть соберутся, покажут, что они умеют. Я надеюсь, добьются положительного результата, поэтому мы будем ждать и верить. Атак, какая за воротами команда не проигрывает? Меня не пускают сюда, понимаешь? Эта Лига чемпионов подарила нам, ну, незабываемые эмоции. Начиная от победы в Ливеркузине, драматичнейшие матчи в Турине. Команда играла очень здорово, все силы отдала, чуть-чуть не хватило в концовке. Но мы уходили со стадиона с высоко поднятой головой. Может быть,
состав действительно или сил на концовку сезона не хватило. Но упрекнуть в чем-то рука не поднимается. Мы получили прекрасный матч, интригу, голы красивые. Поэтому только могу сказать спасибо команде. Объективно на своем месте турнирная таблица. Свое место она определила справедливо. Наш внутренний резерв, который есть, мы его весь использовали. Мечта, когда ты ребенком смотришь футбол, смотришь такие матчи, а сейчас тебе выпадает возможность играть на таком стадионе против таких мастеров. Это великолепная возможность, она может быть один раз в жизни, и нужно использовать ее на все 100%. Не было времени волноваться, это была экстренная замена. Нужно было выйти, помочь, не знаю, чем смогу, но... К сожалению, мы не смогли переломить ход матча. Локомотив! Локомотив! Я думаю, с одной стороны, мы получили колоссальный опыт против великолепных команд, одних из сильнейших в Европе. Мы великолепно смотрели, что с Ювентусом, что с Атлетико. Думаю, это нам поможет в будущем. Надеемся, Локомотив будет каждый сезон играть в Лиге чемпионов. И постараемся выйти и пройти как можно дальше в турнире. Все мы прекрасно понимаем, что у нас был не очень удачный период, и отпуск пойдет всем нам на пользу. Мы должны хорошо отдохнуть и на сборах провести хорошую работу, чтобы вернуться весной сильнее и бороться за самые высокие места. Конечно же, очень хотелось и весной куда-то выбраться, ну, значит, чуть-чуть придется подождать до следующей осени. Я надеюсь, что мы выйдем с первого места. Если нет, то со второго и обязательно отправимся в новые путешествия за новыми победами. Брависсимо, мы так давно этого ждали. Ну уж правда!
Сериал сегодня мы смотрим, да?